Всем привет, я в Севастополе, сейчас мы едем на пляж рядом с Любимого, это северная часть Севастополя, едем вот на вот этой яхте. Стоит 24 рубля, что интересно. Сейчас попробуем крупным планом. -30 градусов на улице. Жара. Вода здесь такая зеленоватая. Итак, мы на пляже Учкуевка. Посмотрим, что за пляж. Пляж песочный, не галька. Теперь так. А теперь вот так будем все красиво. Море снимать запрещено. Блин, прям все забито. Налево? Не знаю. Самый разгар, да? Самый разгар. Надо туда тоже залезть, да, Ира? Так мы же тоже дети. Ира, мы же тоже дети. Слушай, надо лежак найти, да? На улице 30 градусов. 33? Какой-то пляж бесконечный. Ладно, будем искать лежак. Нет, война вообще. Ну, пытаешься? Да, надо. Нет. Война вообще.
называется. Пляж вообще весь забит. Пляж через вот эту переправу. Стоит 24 рубля. 4 это 100. 4 это 100. С одной части города в другую. Можно на авто. Интересно же. Вот на этой яхте мы поплывем. Ира, ну все, пока. Я без тебя. Это здание правительства Севастополя. Там вот написано губернатора. Здесь вот. Якобы здесь губернатора и правительство сидит. Типа как аллея. Вечный огонь. Может, я тебя сфотографировала здесь? Ира, хочешь погреться? Называется Приморский бульвар. Мы зашли на территорию военного городка. Памятная аллея.
находится в центре. Связь, что не стоит в машине. О, купается. Скорее всего, здесь парад будет проходить. Такое ощущение. Парад 29 числа, да? 28-го. Блин, вроде бы уже 5 часов, а жарко. Может, из-за того, что я сгорел? Итак, продолжаем снимать. После военного городка здесь идет поворот направо. Скорее всего, это уже... Набережный бульвар сейчас начнется. Площадка какая-то. И только надо. Военные. Либо официанты. Это официант, походу. Ресторан. Откуда все вас известно? Ну какие ваши были день военно-морского флота? А зачем? Чего парад? Памятник затонувших кораблей, говорят. Интересно, так, да, такой влажности, как, допустим, в Сочи, не чувствуется. Что это за памятник? Что за памятник?
бесплатно, бесплатно. Ладно. Рублей минут. Голубятник. А? Ты хочешь наверх подняться? Да, это бульвар. О, смотри, по-моему, часы, да? Скажите, нравится здесь? Как-то не уверен. Мне это рядом, да, я знаю. Так, мы спустились и снова идем к этому памятнику. Ресторан «Приморский бульвар». Что интересно, здесь кафехи открыты везде, карантина нету. Здесь вот по этой бухте прокатиться 500 рублей стоит. Можно, кстати, сторговаться. Эрик, что, купаться хочешь снова? Да не, не, спасибо. Даже не дорого. Вот она карта. Типа маленькая вот эта полчаса. Большое. С этой южной бухтой. Целый час по всем направлениям. Ира, это самая главная площадь здесь? Набережная. Набережная. Ира, на самокатах хочешь покататься? Детских. Не хочешь? Нет, спасибо. А ты, кстати, там была наверху? А, я, конечно, везде хочу побывать. Что там, смотри, палатки какие-то. А, там палатки какие-то.
А где ты говорила 800 ступенек? В Фиоленте? Ты проходила 800 ступенек? Ты, наверное, на полпути там остановилась. Да, конечно, проходил. Какая-то ярмарка. Слушай, ты точно уверен, что в ярмарку хочешь? Сувениры, бусы, мыло что ли какое-то. Ну вот так вот мы гуляем. Мы находимся в Севастополе, продолжаем второй день. Сейчас я вот стою возле памятника. Пушка открывается. Крутой вид. С утра пролил дождь, чувствуется влажность, в общем, как-то так. Я снимаю. Подошли к музею Херсонес, музей-заповедник. Пошли в очередь. Сам прикол здесь, огромная очередь. Слушай, сколько мы здесь простоим, интересно? Я аж вспотела, пока нажимала. Это просто жесткач. Зашли на территорию заповедника. Куда, Ира? Что? Сфоткать. Тебя сфоткать? Ну, я подумаю. Что здесь было? Здесь выступали, видишь, сиденье. Выступали что-то. Что-то выступали? Да. Может, теперь это почитаю. Может, какой-то старый храм? Нет. Здесь, видишь, какие-то... Ну, это же руины. Пошли, а? Там делать нечего. Я уже поднялась. Ты предлагаешь туда пойти? Пошли. Эх.
А ты не помнишь раньше, что ты здесь ходила? Ничего, вот это того не было. Блин, а здесь он какой-то здоровый заповедник. Вон где надо фоткаться. По стенам не ходить. Слушай, ну здесь, видимо, какой-то городок был. А? Все, включай, давай соберемся. Ну, пошли. Сейчас посмотрим эту панораму. Возвращаться лень, ну неохота, ну что еще тут, 3 часа дня. Я думала, поехали на эти. Надо потом к храму подойти, посмотреть. Да, сейчас. Ну, в общем, вот так вот. Шли мы к берегу. Ирина тут сидит, скучает. Типа опасная зона, написано. Положи,
такая вот. Мне кажется, я фоткала. Ты фоткала? Ну, фоткалась. Здесь? Там пещера, Ири. Ау. Сейчас сделаем пару фоток. Сегодня мы пришли на пляж Яшмалы, это южнее Севастополя. Так, сейчас мы затем мороженое, потом тут. Такая вот арка. Здесь где-то монастырь. Ира, где здесь монастырь? Там. Короче, это юг Севастополя. Слушай, а что-то здесь тачек много. Да, он, походу, в этот вот. Иди сюда. Этот монастырь. Мне к нему надо достать. Какой-то наблюдательный пункт. Кстати, вон там вот гора какая-то. Давай ты потом сделаешь. Уже 20 минут. Ну, видок здесь, конечно, нормальный. Да, а сколько здесь интересного высота? Пять рублей не катит. А где этот пляж-то сам? Ну, сейчас мы потом пойдем туда. Так, мы спускаемся вниз. Слушай, а что там куда-то? Ну, немного переделали. Нам туда будет спускаться. Вон туда? Там. А вон там? Может, там дорожки сделали нормально, потому что мы сейчас спускались. Было еще не очень. Ну, сейчас вдоль смотровой пройдем. Это типа бухта или что это? Это типа бухта или что это?
Можно, кстати, это экскурс. Да. Бесплатно. Останавливался Пушкин. А, вон он пляж. Ну да, я видел. А вон, слушай, вон там вот что? Мыс какой-то? Маяк? Фотограф, блин. Ладно, сейчас. Спускаемся на пляж. Слушай, а вот интересно, вот до того острова можно доплыть? С берега. Слушай, а кто-то вот плавает, смотри. Надо попробовать доплыть. С очками. Надо намазать. Намазать? Да. Да успеешь. Между Питером и Москвой. Ой, знаешь, чем-то напоминает этот? Это Таиланд, знаешь? Скалы? Ну, не знаю, в Таиланде есть? Ну, скалы. Прям какая-то ассоциация. Есть твои 800 ступенек? Да. Может, это есть твои 800 ступенек? Я ответила тебе. А? Да, я понимаю.
А обратно что, точно так же, чтобы подниматься? Ну или на катере. Поплывем на катере. Это для ленивых, да? Поплыть на катере. Ну, может, и там. Есть капуха какая-то. Следующий момент, честно говоря. Собака. О, Ира. Точно так же заполнить пирожки. Да. Так, мы уже почти спустились. Нет. Да. Слушай, смотри, до туда видишь, плывут и там забираются. Может попробовать? А что нет? Близко? Думаю, надо попробовать. Сот. Мне кажется, это будет как такой вот скот мне нравится. Кот? А? Какой кот? Поход такой. Такое необычное место. Вот Херсонес что-то как-то не вкатил. Да не, меньше. Запиши в ТикТок и потом напиши. Блин, а сколько интересно? Уже почти 10 минут. Спускаемся. Да, ты давай, быстрее иди. О, горячий пляж. Вот, Ира, тебе надо пару раз подняться, и все. И на месяц.
фитнес тебе. Так, головку в лобку идет просто, и все. Вот смотри, главное купона, чтобы не загнул. А ты в прошлый раз, когда сюда ездила, ты прям поднялась? Ну, мы поднимались, да. И сдулись, да, походу? Либо на катере, либо так. Так поднимались. Еще на перегонки бежали. Вот, когда его закончилось. Лена. Надо как-то обогнать их. Давай передохнем, Марк. Жесткач. Так легче. Интересно, вот что, есть еще такие деньги места? Какого плана? Нет. Нет? Нет. А если вот на ту гору подниматься, то, наверное... Там нет дороги. М? Там нет дороги. Нет? Леский спуск. Если у тебя будет две трубы, нет, у тебя будет один друг. О, мы почти уже пришли. Что вокруг уже не видно? Это не туалет? Нет, это запретная зона. О. А, нифига, пришли еще. Это ободил где? Какой? А, вот он. Я тебя просто не узнал, ты уже походу делал к концу подъема. Точнее, спуска. Я, видимо, крышу поехал. Последние ступеньки остались. Такой вот пляж.
посмотрим, что будет дальше. Третий день, мы подходим к мысу, где стоит маяк Херсон, или Херсонесский. Вот, мы только подходим к нему, здесь вот купается, прям на скалах. Конечно, это, конечно, край Севастополя, но, блин, здесь все так застроено. Чего? Я его снял уже. Красивый цель. То есть типа церемония проводят. Интересно, бесплатно здесь проводят? Смотри, волны. Сегодня ветер 26 градусов. Это немножко прохладно. Мы находимся возле маяка. Вот он маяк. А сейчас посмотрим панораму. Есть какой-то военный городок? Идем на мыс Фиолент, да? Вот через садоводство, так как дорог, прямой дороги нету, вот через такие вот улочки ходим. Ира, тебе напоминает что-нибудь эти улицы? Какой-нибудь европейский город? Нет? Довольно все ухожено, кстати, здесь вот. Вот в этих стенах, которые покрыты зеленью, очень много мух, либо ос, непонятно, жужжат. Ну, когда идем до туда, покажу вид. Это все здание практически покрылось. Мне интересно, они как специально так... Ну, они пускают, да, я на полосе
интересно выглядит. А, практически вышли из Санте. Вот там вот виднеется некая гора. Скорее всего, там и есть мыс. Сейчас мы туда как раз и зайдем. Подойдем. Камера трясется вообще жестко. Часть, то ли радиосвязь, понятно, не знаю, еще бабушка подняться. Мы подошли к другой части мыса. Сейчас посмотрим на панораму. Пошли. Здесь написано запрещено. Ирина. А так вот все это выглядит через колючую проволоку. Это уже край. Так, подходим на смотровую площадку. Даже вниз спускается. Интересно, может тоже спуститься? Что за штука продают на отшибе? Thank you.
Жара. И, кстати, где-то местами прям ветер дует, а где-то вообще не. Как будто его нету. Да, вид, конечно, крутой. Сейчас идем вон на тот пляж. Это, по-моему, пляж Царский называется. Там вот купаются люди. А дальше идет пляж Баунти. Кстати, в Крыму растут орехи грецкие, гранат, сливы, абрикосы. Маршрут и автобус стоят 20 рублей по Севастополю, так что вполне дешево. Что касается фруктов, они здесь дорогие. В общем,
интересный пляж, кстати. Он открытый, получается. На ту гору посмотрим. Дорога здесь, конечно, к этому пляжу вообще убитая, в камнях вся. Железную. Пожалуйста, обращайтесь. Если захотите, он вам там может на плову там дать. Спасибо. Дай. Все. Да. Всего доброго. Цивилизация началась. Пляж называется Царское село. Аккуратно с камнями быть. Сейчас определимся. Что, давай попробуем вторую попытку. Thank you.
мы приехали в Ялту. Вот у нас какой по счету? Третий, четвертый день, да? Четвертый день. Климат влажный. Вот. Севастополь более сухой. Сейчас мы выходим на какой-то бульвар. На улицу даже. Мы здесь остановились. И сейчас идем на набережную. Ну, посмотрим чуть попозже панораму. Да, Ирина? Вот. На набережную Ялты. Вот. Такая вот панорама. Ну вот, ночная Ялта. Мы только в начале набережной и, не знаю, наверное, где-то полчаса будем идти, чтобы все обойти, то ли час. Кафехи, кафехи, кафехи. Купаются до сих пор. Фотографироваться будешь? Фотографироваться будешь вот здесь? Вот такая вот Ялта. Тепло, вообще. Не знаю, конечно. В сравнении с Сочи. Но здесь Ялта свои приколы. Набережная прям еще огромная.
Решили поехать на Айпетри. Здесь два варианта: либо по канатке подняться и спуститься, либо на маршрутке подняться, маршрутном такси, и он будет останавливать вот здесь вот. Панорамный вид. Сейчас посмотрим беседку. Так, без карты я потерял полгода. Стоп, все. Маршрутное такси поднимается на гору, останавливается. Всяких местах стоит 400 рублей подъем, канатка наверх тоже 400 рублей, ну и спуск соответственно. Вот, а мы на маршрутном такси на канатке спустимся. Не знаю почему, но у меня тоже. Какой-то ужас напросто. Да, я точно так заглянула в эту коп. Я даже мысли не вижу дальше идти. Что? Я тоже не знаю, фоткать тебе или нет. Давай. Держи. Да сейчас. Ну поскакали. Дальше. А где здесь беседка-то? Может, там, по центру надо идти. По центру? Ну, вот по той дороге. Так, вот здесь еще есть хорошие дороги. Вон, смотри, сидят на обрыве. Thank you.
Букет. Слушай, только очень. Сесть не хочешь? Ой, на меня? Сейчас, вот две секундочки. Лера, вот так. Ну, пошли. На меня не лег. Идут хоть. А, вас фоткают? А, да. Ты лучше туда вон зайди. Ага. Здесь прям очередь целая. Ну-ка, сейчас попробуем обойти. Даня, обернись, пожалуйста, на секунду. Дань. И так неплохо, на самом деле. Смотри, я нашла так, этого. Данил. Смотри, Дань. Тёма. Вот сюда я не могу. Поднялись мы на Айпетри. Если бы мы показали там какаф, она тоже бы сказала, как красиво. Тоже хочешь фотографировать? Я хочу, конечно. Да, хочу я, собственно. А если ты сядешь на нем, ноги свесишь, я тебе снизу. На! Так и я же снимаю. Может, поднимемся? Нет, я хочу тоже. Поднялись на Айпетри. Такая вот
панорама. Смотри, я нашла это. Данил. Он такой положил. Что за дурак? Скорей, Данечка. Тёма. Я сюда. Нет. Всё, давай, давай, мы сейчас поверим. Всё, стой. Смотрите, понимаешь, здесь море, Петрия, это вот спуск вниз, такая панорама, куча народа, канатная дорога вон там вот проходит. А здесь катаются на лошадях. Пассажиры канатной дороги в исход от Петрии обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Ну, за этой горой ходят, которые не разрешается снимать в течение всего пути и во время пребывания на станциях. Обратите внимание, что правильно надетая маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать нос, рот и подбородок. Ошибка крепления маски должно прилегать к краю носа. Не дотрагивайтесь до наружного слоя маски, поэтому заполняйте ее каждые 2-3 часа. Сразу после использования необходимо аккуратно снять и выбросить маску. Виноград, гранат, вишня, малина, перец, киви, дынь. Дезинфицирующим средством. Сколько шаверма стоит, интересно? Ну, я не знаю, парень говорит. Проводится всем, кто проходит на территории станции канатной дороги в исход Альбели. Подвесная эмоция. Граждане, у которых температура тела превышает 37. Шли к канатной дороге. Стой.
после чего вы вернутесь и обработаете антитерапевтические средства. Термометрия главизма и бесконтактного исследования проводится всем, кто проходит на территории Арслан, идем. Не необходимо регулярно обрабатывать руки дезинфицирующим средством. Обращаем ваше внимание, что на станциях канатной дороги находятся специальные дезинфекторы для рук, которыми могут воспользоваться все наши гости. Перед посадкой в вагон обработайте руки дезинфицирующим средством. Чего? Можно только чистыми. Опять фоткать тебе, что ли? Только благороженные здесь. Не, вообще как-то там вот. Ой. Какие пироги. Ты видео записываешь? Да. А? Да. Маша, обрыв? Посмотрим, залезем на самый. Вы можете, например, она вот там начинает. Да. Тут здесь так ничего ощущается. Посмотри, ты сидишь и ботинки там. Тебе кажется, что ботинки там туда. Так, либо мы идем проверять очередь, сейчас спускаться вниз, или мы пропускаем ее и занимаем новую. Че проще? Такая вот панорама. Пойдем, посмотрим, кто пойдет на помост. Куда-то не здесь. А че? Мы находимся в Судаке, недалеко от Ялты, сколько, 3 часа езды, по моим меркам недалеко. Идем вон на ту крепость, там есть еще одна гора, но мы скорее всего туда не дойдем. Вот, так что погода жаркая, 29 градусов. Думаем потом позагорать на пляже, там недалеко. Говорят, самый бюджетный город для отдыха. Что-то у нас обошлось 400... Сколько? 475 рублей на человека? Сутки, да. Сутки. Вот в Ялте у нас 600 рублей на человека обошлось.
Так что посмотрим на ценники. Мы заходим в крепость. Вот она так вот выглядит. Это вам не Выборг. Какое-то помещение подвальное. Наверх пойдем? Да. Наверх туда не залезешь ты, Алсу. Зачем? Вон же нету подъема. Там же подсветка. Нет, я наверх говорю тебе. А, пойдем. Я думала, ты сюда. Нет, я вон туда. Ирин, куда пойдем-то? Динар, давай не бегай, ручки. На единицу? На единицу пойдем. Куда еще? Куда выше? Надо и... А вот только левый. Ну вот мы здесь вот. Похоже. Да. Вот они, две башни. Вот здесь вот. 30-й. Ну вот пойдем вот так. Ты знаешь, если ты спрашиваешь... А спускаться вот так вот, да? Маленькие, вот, а потом снова пойдем и там спустимся. Это смотровая площадка у меня есть. О, тут вот ветер. Что, ты к экскурсии хочешь? Нет. Хочешь видеть? Давай на тебя наденем. О, просто настоящий. Посмотреть хоть. Можно что-то? Алюминка. О, вон. Ира, трон тебя ждет. Трон. Ира, садись на трон. Парней вооружаем. Принцессам корона, трон. Весь позитив тут у нас. Чувствую себя рыцарем. А? Ну да, туда. А, Ирина, средневековье чувствуешь себя? А? Слишком много людей. В средневековье? Вот. Вот там единичка. Надо понять. Ирина, что там, туалет ищешь, что ли? Цистерна. А? Что это такое? Сооружение для хранения воды на случай засухи, осады и емкости. Вода цистерна поступала по водоводам из источников на склонах горы, причем 3 километра сверху от крепости, построенной в 1375 году при генуэзском консуле. Стены цистерны установлены на фундаменты, сооруженных царский период.
туда вход платный, бесплатный? Да, сюда платный, следующий экстерн бесплатный. Ага. Чего там нашла? Безымянная башня, башня трехстенная, трехэтажная, в 12-м. Вот меня. 14 века, к 17-му была полностью разрушена. Да, можно. Зато жопа целая, видишь? У вас тут им 20. Вот ты где потерялся? Пойдем. Да? Кира, не надо, пацан. Это музей. Ариша, Ариша, куда погнал? Вы все на выход что ли? А вот из стены как бы вода шла, питьевые фонтаны. Их не хватает. Что здесь интересно было? Закрытый, а
Башня Паскуле. Остатки у Джудич. Джудичи. Видишь? Как бы тут что-то было настроено. Скорее всего, какие-то переходы были. Грузиславка есть, можешь покипеть. А? Грузиславка есть, можешь покипеть. Лавка, говорю, есть. Прилечь. Виноградники растут. Еще одна башня. Лукини. Башня трехстенная, трехэтажная, была перекрыта каменным крабовым сводом. Изнутри закрывала стеной. Иринка, ну что там, умираешь что ли? Башню. Вот это башня. Единственная четырехстенная башня закрытого типа в нижнем ярусе обороны. Thank you.
там, видимо, лесенки были. Нету. Типа туда не попасть. Спуститься, да? Смотреть. Пойдем. Себя фотографировать ты будешь?
Там его мало росло. А ты не будешь? Так, идем. Где мы были? Нижняя смотровая площадка. Прям мы прошли. Сейчас верхняя смотровая площадка. Кольский замок. Почему-то написано продолжение осмотра. Стой, стой, Саша, стой. Вот. Что, так тяжко подниматься вообще? Самую верхнюю, да? Ну да, в самом месте. Видно или еще подняться? Нет, я вот хочу взять вот эту верхнюю. Сейчас. Так, коляска внизу наша, да? Вдвоем даже. Консульский замок. Thank you.
Блин, вы отстаете. Это было сегодня утром. Вечером мы с тобой пошли на стадион играть в мяч. И тут удастся клеить. Стой, не беги. Одно неловкое движение, казан, и... Папа, да, сейчас мы дойдем до папы. Папа, спустите меня, сидим, ждать нас. Идем, идем. Давай, пойдем. Подожди, там девчонки фоткаются еще. Постойте немножко, а. Ладно. Так, смотровая площадка, давай посмотрим. Георгиевская башня. Давай быстрее пока. Ребята, в камеру быть, а кто на экскурсию идет, оплачивает, проходит. Thank you.
в камеру быть, а кто желает, проходите на экскурсию. Все трупы не вынесли. Ты нас зазываешь. Говоришь, те трупы не вынесли. Я же там их сбрасывают. Там это будет. Вот он, вот он. Мы его весь вчера прошли. Камеру пыток, ребята, кто на экскурсию желает заходить? Башню построить, такую стену. Муха на телефоне сидела. Какая-то краска интересная. О, блин. А. Не. Thank you.
немножко. Проход запрещен. Так, надо значит. Так вот под этой давай спустимся. А? Ты спустись? Набережная Судака. Замок там подсвечивает. Мы находимся под Судаком. Что? Пищи. Находимся под Судаком в Новом Свете. Сегодня наша задача подняться на гору. Вон, Ирка уже готова с купальником прям прыгать с мыса. Угу. Вот. Сегодня жарко, 27 градусов. Вон на ту гору надо подняться. Посмотрим, получится, не получится. Еще есть экскурсии.
будет подняться вон на ту гору. Вот. У нас, наверное, сегодня не получится. Может, получится завтра? Как думаешь, Ирина? Не знаешь? Ну, после того, как мы туда дойдем, я сниму панораму. Здесь есть две тропы. Одна ведет на гору. А другая вот на эту. Сейчас пойдем к той и к той. Как будто на американской пустыне идешь там. Все, Ирка заболела? Фотографироваться. Вот, вот такое. Что такое? Ты что там руки поднимаешь? Водички попить. Давай попьем. Мы находимся на гроте. Вон тот пик, который мы лазили. На эту гору не разрешают залазить. Вот, таблички висят, штраф 4000 рублей. Такие вот волны падают. Сейчас идем в новый свет, пляж называется. Там люди стоят, мам. Мы
то больше вообще не будет. Учиться там себе. Вообще не надо. Деревья свои. Обобщать не надо. Вот именно, не надо вообще. То есть мы приедем, нам электричество не нужно. Слышишь? Ага. Маленький, ничего, вообще ты работаешь в школе, ходит, наверное. Что? Я записываю, зачем тебе фоткать? Ну, здесь можно пофоткаться. Штат Аризона. Чё, жарко? А? Плохо? Хочешь на этот валун залезть? А в смысле? Ты лицо мое видел? Вспотевшее? Вообще как в бане. Как в бане? Так ты напялила там себе. Смотри, футболку. Так при чем тут? Я на лицо напялила, что ли? На. Футболку я накинула, потому что у меня горят. Так мы прошли-то здесь фигню. Мне жарко, если что-то. Интересно, в судаке там ветерок есть вообще? Будет или нет? Или только здесь? Из-за горы ветер нет. Не, со спины. Почему там не фоткала?
Что? Здесь, наверное, со всеми остановками их заводят покупаться. Часовые поездки на банане. Вот это интересно, да? А? Вот это интересно. Это Грот Галицина. Пить хочешь? Вот он и гроз.
колодец какой-то, что ли? Пошли, поднимемся. Купаться хочешь? Она чистая. Так. Че, Иринка устала, что ли? Терпи.
них там аквапарк свой. Аквапарк у них там свой. Надо искупаться. Зачем кильку искать? Да. Что? Зачем вам кильку? Ирка, смотри, там прямо оттуда прыгают.
Горит, а, спасибо. Находимся на пляже в Сунгайке. Сейчас поднимаемся на гору, которая рядом с побережьем. Вот, еще один грот. Честно говоря, что-то я забыл, как называется. Смотрим, что там вообще есть. Вчера были в Новом Свете. Там, конечно, было жестко все. Сегодня у нас что-то неспокойное море. Новый свет вдалеке. Катамаран взять? А? Что? Педали крутить. Ну и чё?
прям залезли. Хочешь что ли? Дороги больше нету, да, я так нет, понял? Есть, можно пойти. Пошли? Говорят, дорога есть. А? Ира, по-моему, у тебя будет профессия скоро скалолаз. Ну, видимо, на пляж, на другой.
Чего? Я думал, ты имеешь в виду относительно мировой тенденс, считается все океаны, которые сейчас. Что-то я уже походил, так и жарко. Ну да, может вчера было из-за этого? Какой-то городок. Походу. Жарень. Юрка, мы сможем пройти все? Или передохнем? Ира, как горный козел.
Да не-не-не. Должно вести. Либо так, либо так. Как хочешь. Там, думаешь, она ведет куда-то? Нижний или верх? Сейчас проверю. Слушай, они оба ведут? Ну вот так вот, иди. Мы как американские туристы, знаешь, там, с походами такими, с рюкзаками. А? На коне? Красотень. Фоткаться-то хочешь? Мы к какой-то пещере подошли. Там пусто. Надо было пониже идти, да? Что, по этой-то пройдемся? А вот тропа ведет дальше. Бери камеру. А? Бери камеру и держи телефон. Давай. Камеру убери. Вот ты лучше. Стоп, погоди-ка. Ну да, вниз надо. Так, постой тут. Ну да, вниз. А между деревьями?
бочком иди, по грибовке снежной. Бочком. Давай, давай. Перекопался. Так, спустились вниз. Надеюсь, здесь тропа была. Смотри, там туча надвигается. А? Туча надвигается. Да, может, не знаю, метров 250. Может, 300. Ну, там два пляжа, я смотрю. Вон девочки купаются с мальчиками. Они что, просто купаются, бля? На катамаране. Плыли. Ну вот, а так. Горской, по горам шарить. Прыгать, скакать. Знаешь, как Горская образовалась? Спустившись из гор. Ага. Так это твое призвание должно быть. Ага. Трави. Вот, Ира, можно сказать, мы преодолели эту гору. Охренеть. А? Охренеть. Никто не ожидал, да, сегодня преодолевание? А? Ты сегодня ожидала, что гору пройдешь? Нет? Ну, смотри, это такой... Такие чайки черные? Да нет, какие другие.
Ну как, классно лазить по горам? Вот. Дальше остановка пляж. На побережье видели стаю чаек. Это не какие-то серые тут. Если я кину камень, они сейчас улетят все? Могут. Может, это морские чайки? Есть речные, есть морские. Может... А? Подлетают предков в морях, да? Ну. Экстрим, Ира, на нас идет. А? А может она там? Может. Все возможно. Как тебе, может там? Надо хоть раз застать дождь тут. Я говорю, надо днем хоть раз застать дождь тут. А? Не знаешь? Не знаю. Надо застать его.